Девчоночки, дорогие мои, всем привет, всех с наступающей весной. Сегодня бы я хотела снять такое видео, как я подготовилась к весне. Небольшие мои наряды, что я буду предпочтительно носить этой начинающейся нашей долгожданной весной, и косметику, какую бы я хотела использовать. Попробую все показать вкратце, несколько составила таких аутфитиков. Надеюсь, вам понравится. Вот так у меня разложены вещи. Начнем по порядку. Весной очень люблю носить вот под разные платьишки мои, под джинсики, брючки, леггинсы, вот такую свою джинсовочку. Ношу я ее либо вот с таким аксессуарчиком, классная вот такая брошечка, с такими мишка, туфелька, божья коровка и сумочка. Либо, если на мне серебро одето, вот с такой вот классной булавочкой. Далее, девчонки, обожаю свою кожаную курточку. Очень ее люблю, когда немного прохладно. Примерно буду носить вот с такими бусиками. Классно сделанные под старину, с змеиной кожей, кошачий глаз от Анны Славутиной. И примерно я весной люблю носить вот такие вот платьишки, которые облегают на талии, а дальше идет юбочка клеш. С разными-разными поясками можно сочетать. Далее, вот такие легкие, нежные, белые блузочки, кофточки, распашоночки с такими мощными аксессуарами люблю носить, типа цепей. Вот так вот. Далее, в покупках вы меня видели, купила себе маечку вот такую классную, футболочку. Она такая наполовину прозрачная идет, вот, как видите. Вот с таким буду носить. Мне кажется, очень сюда подходит браслетом. С деревянной моей такая классный лепесточек. Не помню, где я на отдыхе покупала. Опять же, джинсы-брючки, которые я купила. Вот очень люблю свою рубашечку. Вот с такими пуговками. К ней у меня есть вот такая же, я вам показывала в своих украшениях видео, подвесочка и такие же сережечки. Вот примерно так я буду одеваться этой весной. Сейчас покажу, что я буду преимущественно использовать из косметики. Этой весной, как вы видели в моих новых покупках, я буду и летом пользоваться тенями от Clarins. Просто нереально классные цвета, нежные, супер сатиновые, матовые. Очень классно ложатся на глазки. И очень нежно смотрится. Мои любимые румяна, я думаю, это точно весенний цвет от Королиста Benefit. Вот такие буду использовать розовые оттенки помад. Это Revlon. Живанши. Такие... Ой, немножко испачкала. Оранжевые помады. Далее блеск от Ninel, весь переливающийся белыми блестками. Такими... Вот такие запеченные тени от Pupa, бежевые. Масло от Avon с золотыми частичками. Буду брызгать на все тело. Очень дает классный аромат и сияние кожи. Нереальное, красивое, особенно на солнце. И я выбрала для себя вот такой весенний запах. Мои любимые Givenchy Play. Девчоночки, оставляйте свои комментарии. Хотелось бы тоже посмотреть, как вы будете одеваться, чем пользоваться этой весной. С удовольствием присылайте свои видео-ответы или снимайте видео. Буду смотреть, радоваться. Надеюсь, у вас такое же позитивное настроение и чувство, то, что скоро-скоро весна постучится в наши окна. Всех люблю, целую. Ваша Регина.